Главное, запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенны и независимы. Этим надо гордиться. И если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать, зачем самим это добро кому-то нести и отдавать? Но нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Но и мы должны голову на плечах держать. Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим.